Президент Беларуси утвердил параметры прогноза социально-экономического развития и основные направления денежно-кредитной политики на следующий год. Соответствующие указы подписал Александр Лукашенко. Итак, рост ВВП должен составить 102-107%. Прирост потребительских цен планируется снизить до 12%. Ввод жилья с господдержкой ожидается в объеме не менее 2,5 миллионов квадратных метров. Среднегодовая ставка рефинансирования запланирована на уровне 15-16% годовых.